Боюсь, что я не выйду второй раз замуж. Да брось. Ты вон какая красивая, у тебя еще все впереди. Да за это я вообще не волнуюсь. Кто меня с двумя детьми-то возьмет? Как там это мужчины называют? Разведенка с прицепом? Фу на тебя. Если мужчина любит, то он и с детьми полюбит. Действительно, есть мужчины, которых чужие дети отталкивают. С такими мужчинами у вас не получится отношений. Но это совершенно не значит, что теперь вы останетесь одна. Потому что есть мужчины, для которых совершенно не важно, есть у вас дети или нет. Им важно построить отношения именно с вами. Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Слушайте, да, вот сейчас бы сидеть и бояться, что она второй раз не выйдет замуж. Вот, представляете, вот она сидит на диване. Боже, никто не возьмет. Представляете, чем они загоняются? Вот вы серьезно хотите вот строить с ними серьезные отношения, с теми, кто боится, что второй раз не выйдет замуж? То есть там мужчина как-то развиться личностно, да, там что-то, не знаю, там что-то какое-то, что-то свершить, создать, построить. Она боится второй раз не выйти замуж. Приоритеты, да, такие интересные. И то есть с ней устроить серьезные отношения. Она потом после тебя будет бояться, что на третий раз не выйдет замуж, а потом четвертый и пятый. Вот, а прицепов все больше и больше прицепчика появляется. Стройте, ребята, с ними серьезные отношения. В добрый путь.